Умный котик. Дядя-дя. Да. Всем привет, народ. Здорово. Предлагаю тем, кто выполняет операцию, помогать друг другу. Не стреляйте, но давая хотя бы до точки дойти, а потом... А если вы не на той точке, ну просто дайте кому-нибудь возможность вас убить и выполнить свое задание. И, возможно, вас телепортирует потом после килла на ту точку, которую вам надо. Все, изи, что так. Ты говоришь? Говорю, помогайте друг другу, выполняя задание. Ну я уже все выполнил. Вам надо помощь? Да. Уже выполнил. Мне на точке Б надо убить кого-то. Мне надо на базе спецназа. Подожди, братан, не стреляй, каташник, не стреляй. О, все, все, я выполнил, спасибо. Да, я специально его не убивал, а тебя сам. Где надо, где вам надо? Я сделал. А, я сейчас за КТ. Что такое уступ? Что такое уступ? Уступ это пип, скорее всего, если на террористов уступ, то это пип. Нет, это шорт. Склон террористов это пип. Это яма. Склон террористов яма, да. А что такое магазин, пацаны? Магазин это кичен. Если кому-то сейчас нужны киллы, я встану где надо. Я за КТ, помогите, пожалуйста, магазин это где, блядь? О, стой, где-то встану. А, во все нашел. Блядь, мне нужно в яме, чтобы кто-то. О, не в яме, а на тэспауне встал кто-то. Я на тэспауне. А ты кто, ты КТшник? Я на тэспауне. Давай я на тэспауне. Придите. КТшник, придите кто-то. Но. КТшник, заходи в яму, кому надо в яму убить. Дружная компания, помогающая друг другу. Стою. Ну да. Ну тебе надо будет сам пешком. То, что пешком надо бегать постоянно. Че тебя постоянно на инферно кидает, это вообще пиздец. Ну то, что у меня сгорело. Я на пункте. Так. Да, главное, чтобы они вот, ну да, действительно. Дружные были, как бы, чтобы помогли. Не, мне надо. 10 киллов убить на точке А. Не, тебе не на точке А, тебе. Тебе один килл на точке А, следующее на других точках. Оно будет меняться постоянно точки. Вот увидишь. Подойдите кто-то на уступ, мне надо. На шорт подойдите кто-то. Мне надо это. Килл сделать. КТшник на шорт надо. О, братишка! Блин, ты забрал мой килл, чел. Ну ладно. Я могу кому-нибудь дать килл, я сейчас на Б доме. Так, ладно. О, тяжело, как же тяжело, ты... Вроде такое простое задание, всего 10 киллов сделал, но, блин, это так сложно. Так понимаю, тут все, кому надо. О, спасибо, братишка. Ну да, все здесь, ну, чисто по заданию, кто по счету. Да, вот. Мне нужно на точку А убить 10 человек. Давай я на точку сейчас захожу, ты КТшник? Спуститесь кто-нибудь в яму, пацаны, пожалуйста. А лестница это где? Магазин это кичен, пацаны. Это ты ко мне пришел? Чел. Не, мне на лестницу надо. А, подожди, слышишь? А, слышу, мне не засчиталось что-то. Я в яме, убивай. Куда подойти? Кому надо убивать? А, меня убивают, тебя убивают. Лестница, где лестница, лол? Мне сейчас на базе надо. Так, подожди. А, бля, сорян, пиздел. Так, стой. Так, мне нужно отключить команды, игнора, рад. Так, и что нужно? Кто-нибудь придет на базу террористов? У меня последний остался, я потом помогать всем буду. Ну я этот, я тэшник, я бы мог прийти. Кстати, не советую играть все против всех, это такая жесть, тебя вообще каждый убивает. Все, выполнил. Куда надо подойти, говорите, я на базе террористов стою. Ну за что? Так, стой. Так. Куда можно подойти? Кому надо чего выполнить? Ну, типа я за теров. Так, уступ.
Лестница, а где лестница, не могу понять. Я на шорту стою. О, сейчас. Это лестница. Давай. Подойдите кто-то на лестницу, если не сложно. Я в кичне сейчас. А. Да, уступ это шорт. Так, стой, подождите. Мне нужна на лестнице. Это шорт. Я вроде нашел лестницу, но что-то не получается. Подожди-ка. Это снайперская позиция вот эта, а лестница это... Это вот здесь лестница. Как сюда запрыгнуть? Да лол, сюда даже не запрыгивается. Ой, лол. Ничего себе. Я на шорту. А тут много кто на шорту. Так, стой, вот эта лестница. Центр это... Лестница это стерс, если чё. Это стерс. Это стерс. Да лол, почему лестницу не засчитывают? Я же убил с лестницы. Лунный котик. Бедная панда. Это стерс. Ну да. Не получается, меня тут напрягает. Не знаю почему, я вот захожу, написано лестница. Но... Не получается. Что-то у них какое-то задание забуговано, я выполняю, оно не выполняется. Может нужно реально на лестнице находиться? Так, сейчас. Странно, почему-то лестницу не засчитывает. Да лол. Я уже который раз лестницу убиваю. Азимов, тебя засчитали? Нет, а что же на лестнице был? Блин, что за жесть? Оуи, привет. Приветики. Лунный котик, давай ты сможешь, я верю в тебя, собери в свои лапки пандочкину силу. Да, спасибо. Вот здесь еще так показывает. Желто-сине-голубое это то же, что выполнено, а темно-голубое это то, что еще выполняется. Блин, что делать? Как пройти? Не работает. Оуи, как дела? Как дела? Да, потихонечку. Как твои делишки? На лестнице. Может, здесь еще какая лестница есть? Что за жесть? Так, подожди, это не та лестница. Стерс. Вот я со стерса убивал. Мне точно защита. Ну, там, где окно, да? На... Ну, типа, мид-снайперка. Типа, там, где снайпер на миду обычно сидит. Блин, а что такое стерс? Я не понимаю. Вроде они русские, но почему они говорят на английском? Я не понимаю их. Что значит стерс? Как это сделать? Оуи, у меня отлично. Это хорошо, если отлично. Так, лестница, надо поискать. Где лестница? Хотя вот лестница, пишет же. Ну, лестница, а чё так? Чё она не засчитывает? Встань сюда, пожалуйста, встань сюда, вот сюда. Ладно. Лестница. Блин, а чё она не засчитывает? Мне такое не нравится. У нас здесь ещё лестницы какие-то есть. Может, вот это? Туннель, не, это туннель. Туннель, да. Самое короткое, когда ты нажимаешь разговор, оно показывает, где ты находишься. Лестница в туннеле. Оуи, а ты покупал пропуск? Да, смотри, какой красивый. Видишь, какая красивая монетка. А чё, сейчас долго будут карты с ботами крашить? Так, сейчас, подожди. Что делать? Как мне пройти? Оно не засчитывает почему-то. Ладно, надо другую миссию пройти попробовать. Может, это что-то забаговали. Так, ну все, давай выходим отсюда. Я тебе сейчас покажу. Спасибо.